античные греки считали, что именно от нее исходят все великие и благородные мысли и отводили этому органу центральное место в физическом и духовном мире человека. Если кожа является главным внешним барьером между человеком и агрессией внешнего мира, то с такими же задачами, но уже внутри человеческого тела, призвана справляться печень. Здравствуйте, дорогие друзья! Основную тему нашего сегодняшнего разговора я уже обозначил. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. Главный помощник и незаметный враг. Печень занимает достаточно важное место, хотя и не центральное. Опасные симптомы или на что надо обращать внимание? К сожалению, печень – это такой орган, который не очень хорошо дает о себе знать. И какие продукты важны для здоровья печени? Сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Итак, знакомьтесь, Шут Светлана Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней номер 2 Гомельского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Светлана Александровна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Светлана Александровна, ну наверняка есть какая-то такая классификация внутренних органов по их важности. Скажите, пожалуйста, какое место в этой иерархии занимает печень? Печень занимает достаточно важное место, хотя и не центральное. К центральным органам нужно отнести, наверное, сердце, мозг, легкие. Ну, а за ними уже на вторых позициях идут почки и печень. Ну, прежде чем продолжить наш разговор, я предлагаю посмотреть небольшой анатомический сюжет, из которого станет ясно о роли печени в организме человека. Печень – это биохимическая лаборатория внутри человеческого организма. Можно прожить без селезенки, желчного пузыря, без одной почки, но без печени жить невозможно. Слишком много важных функций она выполняет. Справляться с таким количеством задач печени помогает и ее строение. Печень расположена в верхнем правом углу брюшной полости под куполом диафрагмы и является одним из самых крупных органов нашего тела. Длина ее достигает 28-30 сантиметров, а высота – около 10. Весит она в среднем от 1,5 до 2 килограммов. Основную массу печени составляют клетки гепатоциты. Они специально приспособлены для синтеза, преобразования и хранения множества различных веществ, которые поступают из крови и в большинстве случаев туда же возвращаются. Именно в большинстве, потому что среди многочисленных функций печени главное все же барьерное или обезвреживающее. Светлана Александровна, ну, с анатомией печени более или менее понятно. Скажите, пожалуйста, ну, а какие внешние факторы влияют на печень? Внешние факторы, влияющие на печень, наверное, стоит разделить на несколько категорий. В первую очередь, это факторы внешней среды, это различные экологические факторы, это физические, химические факторы, которые влияют на нас ежедневно. Кроме этого, существует и группа факторов, которые поступают к нам изнутри. Это токсины, различные метаболиты, которые мы потребляем вместе с продуктами питания и с другими веществами, которые поступают в организм, в частности, с лекарствами, с некоторыми продуктами химической обработки материалов и среды вокруг нас. То есть это различные агрессивные жидкости, которыми мы пользуемся для мытья, для обработки посуды и так далее. То есть это вот основные, наверное, факторы, которые поступают к нам. Вот. Если говорить о химических факторах, которые наиболее опасны, это те вещества, которыми сейчас очень активно пользуются для обработки различных продуктов. То есть это консерванты, это различные средства для сохранения свежести продуктов. Вот это, наверное, самый неприятный момент для нас. По большому счету получается, что и большинство лекарственных средств тоже так или иначе влияет на печень. Безусловно. Я думаю, что нет ни одного безопасного лекарственного средства, включая витамины. Ну, такая неожиданная точка зрения будет интересна для наших телезрителей. Ну, а как на печень влияет алкоголь? И вообще, существует ли, ну, безопасная доза алкоголя для печени? Алкоголь на организм влияет индивидуально. То есть для каждого человека существует определенная степень влияния алкоголя. Она запрограммирована его генетикой, его
наверное, особенностями его метаболизма. То есть это все заложено уже изначально при рождении ребенка. Когда речь идет о влиянии доз определенных алкоголя, то во всем мире условно безопасной дозой считается доза от 10 до 25 грамм чистого спирта в сутки. Это, ну, такая доза, которая... Это для мужчин, я так понимаю. Да, это доза для мужчин. Для женщин эта доза составляет 2/3. Угу. Вот, наверное, чайная ложка спиртного в день для взрослого человека, можно считать ее безопасной. Вот. Но все остальные дозы, все зависит от того, в каких условиях находится человек, какие другие факторы влияют на печень. Поэтому, наверное, безопасных доз алкоголя, наверное, абсолютно не бывает. Но вместе с тем существует такое, наверное, правило, что когда человек принимает какие-то лекарственные средства, параллельно с ними алкоголь употреблять нельзя. Видимо, это тоже связано как-то с печенью. Да, безусловно. Некоторые лекарственные средства используют те же ферментные системы печени, которые используют и алкоголь для того, чтобы быть утилизированным. Поэтому вместе с некоторыми лекарствами принимать алкоголь опасно. О лекарствах и об алкоголе мы поговорили. А существуют ли какие-то продукты, которые опасны для печени? Да, есть, существуют такие продукты, которые не совсем хороши для печени. Ну, тогда ознакомьте нас с ними. Это копчености, это некоторые достаточно жирные продукты, это тугоплавкие жиры, которые, в общем-то, достаточно сложно могут быть утилизированы. То есть, по большому счету, прежде чем употреблять продукты в пищу, все-таки стоит обязательно посмотреть на их состав. Безусловно. Ну, Светлана Александровна, а скажите, пожалуйста, вот как клинически человек может понять, что у него есть проблемы с печенью? К сожалению, печень – это такой орган, который не очень хорошо дает о себе знать. То есть, когда у человека появляется очень серьезная проблема с печенью, тогда появляются, ну, достаточно яркие симптомы в виде желтухи там, и других симптомов. Но это поздние симптомы. Самыми ранними симптомами, наверное, стоит назвать это синдром хронической усталости, слабость немотивированная, это сонливость, утомляемость. Это могут быть неприятные ощущения в правом подреберье или болезненные ощущения. Это может быть тошнота. Вот основные симптомы, наверное, поражения печени. То есть они не специфичны, нет такого симптома, который бы говорил именно о том, что это заболевание печени. Ну, а если вдруг уже возникает желтуха? Ну, тогда это уже достаточно серьезная проблема, которую, ну, наверное, придется решать серьезно. Я помню, что в бытность мою студентам нам еще рассказывали, что для проблем печени характерны пятна на ладонях. Угу. Печеночные ладони, да, это такой признак, который говорит о том, что, да, в печени серьезные проблемы. Это такие красные ладони, которые... Говорят, конечно же, о далеко зашедших проблемах. То есть на ранней стадии, как правило, этот признак очень редко появляется. Ну и по большому счету, конечно, печеночные проблемы, они достаточно неспецифичны. Безусловно. Светлана Александровна, но иногда от пациентов можно услышать такое выражение «болит печень». А вот на самом деле болевые ощущения в области печени бывают как-то и связаны это с болезнями печени? Ну, конечно же, бывают. Болезненные ощущения в области печени – они не совсем характерны именно для самой печени. То есть боли в области печени появляются в том случае, если происходит растяжение ее капсулы. А это происходит, когда печень увеличивается значительно и в короткие сроки. Вот тогда это является таким симптомом, говорящим о том, что да, действительно, это большая проблема с печенью, и эта боль связана именно с этим. Но это не частая ситуация. В большинстве случаев болезненные ощущения в правом подреберье связаны с нарушением работы желчевыводящих путей. Чаще всего именно эта проблема и заставляет наших пациентов говорить о том, что у них болит печень. Светлана Александровна, ну вот бытует такое мнение, что нервные клетки не восстанавливаются. А вот восстанавливаются ли клетки печени? Клетки печени, как и все другие клетки организма, они способны к регенерации. Но, к сожалению, вот
как описано в одной из легенд, что печень может восстановиться просто вот на 100% заново. Безусловно, нет. То есть, да, при нынешних технологиях трансплантации печени производится трансплантация даже небольшого фрагмента печени, и он берет на себя функцию всего органа, и организм существует хорошо. То есть у печени скорее функциональные возможности гораздо выше, чем регенераторные. То есть клетки печени, к сожалению, в тяжелых случаях не всегда способны восстановиться окончательно. Но другие клетки выполнить их функцию могут. Но, говоря о проблемах печени, нельзя не упомянуть такое понятие, как гепатит. Что же такое гепатит и какие они бывают? Гепатит – это воспалительное заболевание печени, которое бывает острым и хроническим. Острый гепатит, как правило, связан с двумя основными причинами. То есть в большинстве случаев это алкоголь и вирусы. И наш народ, он вообще-то очень часто ассоциирует слово «гепатит» с вирусным гепатитом, хотя это не совсем так. Когда речь идет о хроническом гепатите, то здесь имеет значение также так называемый стеатоз печени. Это очень часто встречающееся явление в настоящее время, которое связано с тем, что воспалительный процесс начинается после того, как печень наполняется триглицеридами. Это такие жиры, которые заполняют печёночные клетки и, соответственно, вызывают воспалительный процесс в дальнейшем. Вот этот процесс, он также может быть связан с приемом алкоголя и с другими веществами, в частности, с приемом лекарств, с наличием нарушений обмена, например, при наличии у пациента сахарного диабета. Вот это причина, которая может привести к появлению хронического гепатита, который в большинстве случаев в разные сроки может перейти в цирроз печени. Вот из-за этого гепатит и считается такой достаточно серьезной проблемой, которая может привести даже к смертельному исходу. Ну а что же такое цирроз, раз мы упомянули о нем? Цирроз печени – это образование узлов из соединительной ткани в печени вместо нормальной функционирующих клеток печени. И, соответственно, в связи с этим изменяется сосудистая система печени. Это приводит к различным осложнениям, к накоплению жидкости в брюшной полости и к появлению ряда других осложнений, от которых человек чаще всего и умирает. Вот. То есть, когда я встречалась с вот такой трактовкой, что цирроз – это разложение печени, ну, наверное, это не совсем верная формулировка. Это такое народное, наверное, понятие этого состояния. Вот. То есть, это скорее склероз, который приводит к нарушению функции печени. Светлана Александровна, ну давайте сменим вектор нашей беседы и поговорим о том, что же помогает печени. Существует такая целая группа медицинских препаратов, которые называются гепатопротекторы. В чем суть их механизма действия и кому их надо принимать? Да, гепатопротекторы – это препараты для лечения печени. И в эту группу входят несколько препаратов. Это эссенциальные фосфолипиды, это препараты аминокислот, это препараты растительного происхождения, ну и препараты урсодезоксихолевой кислоты. Вот это основные препараты, которые относятся к гепатопротекторам, и они все оказывают разное воздействие на печень, и при различных особенностях воспалительного процесса либо какого-то другого процесса в печени мы можем использовать ту или иную группу препаратов. Но, по большому счету, эти препараты восстанавливают клетки, они заменяют какие-то элементы в этих клетках, или как они действуют? Ну, здесь группа, скажем, эссенциальных фосфолипидов, они в основном восстанавливают мембраны клеток, поскольку фосфолипиды – это основные компоненты мембран клеток. То есть при повреждении этих клеток они способствуют их регенерации. Кроме этого, группа урсодезоксихолевой кислоты также способствует восстановлению мембран, и у нее есть очень хороший эффект – это улучшение обмена желчных кислот. То есть пациент, у которого имеется желтуха, либо нарушение обмена билирубина при заболеваниях печени, вот ему предпочтительнее назначать эту группу препаратов. Препараты аминокислот, например, S-адиметионин, это препарат, который больше воздействует на метаболические процессы, на процессы образования
и утилизации химических веществ, поступающих в печень. То есть он участвует в различных биохимических реакциях трансформации в клетках печени, и, соответственно, при лекарственных, алкогольных поражениях печени он наиболее вот, эффективен. Группа растительного происхождения препараты – это препараты расторопши, препараты артишока. Эти группы, они тоже имеют такое детоксикационное действие, они усиливают синтез белка в печени, то есть они обладают антиоксидантным действием, как и многие другие группы. То есть все препараты, о которых я сказала, они действуют содружественно, и врач, наверное, разберется и вовремя назначит тот препарат, который необходим. Но профилактические курсы лечения, конечно же, будут полезны тем пациентам, которые принимают много лекарств. Это пациенты кардиологического профиля. Иногда у них количество лекарств в день – это 5-6 препаратов. Поэтому, конечно, таким пациентам необходимо проводить профилактические курсы лечения гепатопротекторами. Это пациенты, которые, наверное, не пациенты, а просто люди, которые ведут не очень здоровый образ жизни. Поэтому ну, хотя бы один курс гепатопротекторов в год, я думаю, будет для них полезен. То есть в любом случае гепатопротекторы должен назначать и подбирать доктор? Безусловно, это лекарственные препараты, поэтому я к ним отношусь именно как к лекарственным препаратам. А существуют ли какие-то продукты, которые особенно полезны для печени? Да, продукты, полезные для печени, это продукты растительного происхождения, то есть это различные фрукты, овощи, зелень, это растительные масла, это творог, это сыры, это орехи. Но я бы не рекомендовала принимать орехи экзотические нашим людям. Ну, как говорится, где родился, там и сгодился. И поэтому это, наверное, вот такие традиционные фундук, грецкий орех, это полезные для нашей печени и хорошо ею усваиваемые продукты, а вот другие экзотические виды орехов могут быть опасны. Что касается других, это молочные продукты, различные, здесь нет каких-то там особенностей. Естественно, что это продукты, которые не должны быть слишком жирными. То есть сметана, творог, ну, слишком жирные не будут полезны для печени. То есть их лучше использовать достаточно редко. Светлана Александровна, но часто вот в беседах можно услышать такое выражение «чистить печень». Ну а существуют ли вообще какие-то технологии, скажем так, может быть медицинские, может быть народные, с помощью которой можно в кавычках очистить печень? Ну, конечно же, есть продукты, которые позволяют выводить больше токсических веществ, и это помогает печени. То есть это клетчатка, то есть это различные виды растительной пищи, это злаки, это отруби. То есть это продукты, которые будут способствовать выведению токсинов из кишечника, и, соответственно, они будут меньше всасываться, и это будет очищать организм, в том числе печень также. Что касается таких особенностей, как чистить печень, ну, однажды, будучи студенткой еще, я столкнулась с одной очень интересной книжицей. То есть это такая брошюрка, в которой было написано, что ну, там очень сложный какой-то был механизм очистки печени, там поэтапный. Сначала одни препараты, потом какие-то там другие растительные, там чего-то нужно было как-то очень по схеме все принимать. И в итоге в конце было написано, что камни выйдут с мочой. То есть, ну, безусловно, к таким народным рецептам нужно относиться очень так скептически. И вообще я бы советовала при наличии любого рецепта, который вы находите в интернете или в какой-либо литературе, все-таки посоветоваться с врачом. Ну что ж, спасибо вам за содержательную беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Шут Светлана Александровна, кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней номер 2 Гомельского государственного медицинского университета. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье».